Здравствуйте, меня зовут Мария Филь. Я социолог, историк социальных отношений. Сегодня я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по музею Московской финансово-юридической академии «Дворянское собрание». Может показаться, что музей в ВУЗе – это скучно, однако мы покажем вам, что это не так. В музее собрана уникальная коллекция произведений русского и западноевропейского искусства и предметов быта, начиная с 15 века. Не правда ли, неожиданно для вузовской коллекции? Качеству подбора экспонатов могут позавидовать, в хорошем смысле этого слова, многие государственные и частные музеи. Экспонатов так много, что сложно выбрать самое-самое. Перед вами один из главных шедевров музея – картина Ивана Константиновича Айвазовского «Летний вечер в Крыму». Эта работа относится к раннему периоду творчества художника, к 60-м годам XIX века. И что очень важно, эта картина оказалась в составе коллекции музея в год возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Не каждому в жизни выпадет счастье подойти так близко к самому Рубенсу. Это оригинальная работа великого мастера, сюжет «Распятие Христа». Картина представляет собой эскиз для большой алтарной композиции церкви святого Михаила в городе Генте. Музей МФЮА – это не просто собрание ценностей. Это действительно воссозданная атмосфера дворянской усадьбы. В музее много интересных мелочей, отражающих культуру повседневности 18-19 века. Таких, например, как портретные миниатюры или серебряная посуда. И, конечно, самое важное то, что музей находится непосредственно в учебном корпусе. Он всегда открыт для студентов, преподавателей и всех москвичей. Это очень важно, когда современному человеку не надо идти к искусству, а искусство является естественной, окружающей его атмосферой.